Засиделись дома после самоизоляции, россияне захотели работать на удаленке постоянно. Об этом говорят результаты опроса Роструда. Он проводился в июле во всех регионах страны. Как сообщают РИА Новости, каждый десятый россиянин хотел бы трудиться из дома, то есть перейти на удаленную работу. Примерно треть опрошенных хотят, чтобы работа находилась как можно ближе к дому. Пятая часть респондентов хочет изменить свой график. Тем не менее, большинство участников опроса признались, что ходили бы на работу даже при отсутствии финансовых проблем. Плюсами удаленного формата россияне считают отсутствие трат средств и времени на дорогу и удобство планирования своего дня. Сейчас в дистанционном режиме работает порядка 4,5 миллионов россиян. Это 9% всех трудоустроенных людей. По расчетам Минтруда, удаленная занятость остается востребованной и после окончания пандемии.